В Доме правительства закончила свою работу 33-я сессия Государственного совета Чувашии. Основной вопрос повестки дня – это утверждение во втором чтении бюджета республики на 2016 год. Согласно бюджетному кодексу, во втором чтении парламент утверждает расходы казны по статьям. Проект бюджета на 2016 год предлагает расходы 34 миллиарда 327 миллионов рублей. Наибольшая доля расходов в общем объеме в 2016 году направят на образование 30% или 10 миллиардов 471 миллион. На здравоохранение предусмотрено 6 миллиардов 300 миллионов, 18% от общего объема расходов. Предусматриваются средства на строительство зданий двух средних общеобразовательных школ, строительство и приобретение зданий под детские и дошкольные учреждения, строительство и конструкцию объектов спорта. Значительные средства будут направлены на развитие дорожного хозяйства в рамках деятельности Дорожного фонда. В следующем году будет продлен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 80 миллионов рублей. В целом расходы республиканского бюджета Чувашской республики увеличиваются на 308,5 миллионов рублей. Напомним, после первого чтения в бюджет была внесена одна поправка – изъять сумму из статьи расходов по кредитам на строительство Ледового дворца и перекинуть средства на строительство соцобъектов в Новом городе. С этим была не согласна министр финансов. Все объемы, которые предусмотрены были у нас по Ледовому дворцу, они необходимы для погашения кредитных средств, которые были привлечены для совершения строительства данного объекта. А что касается строительства социальных объектов на территории Нового города, это мы понимаем, что необходимо строить, и, соответственно, с учетом наполняемости этих социальных объектов будет принято решение в последующем. Сегодня к обсуждению темы вернулись вновь. Законопроект прошел все необходимые комитеты. Рассмотрены все поправки и поступившие предложения. По итогам работы нашего комитета и других комитетов на рассмотрение сессии вынесена одна таблица поправок, рекомендованных комитетом к отклонению. Доходы бюджета запланированы в размере 32 миллиарда 104 миллиона. В прогнозе учтены основные показатели менее благоприятного сценария развития экономики республики. В структуре доходов бюджета основная доля – собственные доходы – 69%. 30% казны – безвозмездные поступления. В 2016 году прогнозируется рост собственных доходов на 5%. Среди налоговых доходов Минфин Чувашии рассчитывает на налоги на прибыль, на доходы физлиц и на имущество, а также на акцизы по подакцизным товарам. Кроме того, в 2016 году возможны доходы от реализации инвестпроектов крупных предприятий республики. Они позволят обеспечить среднегодовую выручку 240 миллионов рублей и создать 190 новых рабочих мест. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов оценивается почти 400 миллионов рублей. Мы категорически не согласны с внесенным проектом бюджета на 2016 год по сразу нескольким основаниям. Во-первых, идет сокращение по всем основным статьям, и все надежды Министерства финансов лишь на федеральный бюджет. Есть очень хорошие позитивные сигналы как со стороны промышленности, так и от других отраслей, обрабатывающих, сельского хозяйства. И здесь, конечно же, Чувашии, надо очень активно включаться в этот процесс. И мы говорим, так же, как и говорили 4 года назад, для этого, конечно же, надо иметь реальный бюджет развития, надо наращивать инвестиционную активность в регионе. Каждую статью документа депутаты принимали отдельно. В итоге парламентарии одобрили бюджет на 2016 год во втором чтении. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.